Но он в синхрон не попадет. Пробуем. И... День за днем, включая сны. Сейчас. Готов? И... День за днем, включая сны. Ждем лучший миг своей судьбы. Пройдя сквозь стены, пробив пути, пускай прорвется. Правильно? 11 июня. Завтра у нас День России, да? Репетиция. Поехали? И день за днем, включая сны. Ждем лучший миг своей судьбы. Пройдя сквозь стены, обив эфир, пускай прорвется этот мир. Мне кажется, так хорошо с басом. И заканчивается на оно ноля. То есть вот два такта идет как бы ноля. Я понял. Минор так мажор, а я думаю, что может просто сразу на мажор. Переходим в тонику. Как типа он заканчивается, как бы. Вот. Но там тогда аккорд надо будет какой-то. Потому что если с басом, я тебе говорю, непонятно, будет мажор, там минор. Ну, да, будет ля. Понятно, да. Ладно, хорошо. Так, сегодня 11 июня. 2019 года, Arrival, репетиция, набросок на новую песню с предварительным названием «Время без пространства». Олег, помаши маме ручкой. Ну что, поехали? Так, пока мы еще не выписали, начнем вот с этого, а потом это запишем. И день за днем, включая сны. Ждем лучший миг своей судьбы. Пройдя сквозь стены, пробив эфир, пускай прорвется.
что у нас дальше идет сейчас? Ну, третий куплет. А он подряд идет? Да. И что мы делаем? Надо какую-то паузу, наверное, или что-то? Проигрыш какой-то? Не, не надо. Проигрыш не надо. А немного подряд текст? А все, и он последний самый, и все. И потом просто проигрыш. Лёва, у нас, как всегда, песня без припевов. А в проигрыше можно вот всякие такие вот... У нас сегодня, как обычно, был высокоинтеллектуальный спор. Спасибо, очень приятно слушать вообще. У нас сегодня, как всегда, был высокоинтеллектуальный спор по поводу... Точнее, не спора, Олег в очередной раз изъяснил свою позицию по поводу песен без припева. Это уже становится трендом. Еще он чуть хитро сегодня отмазался. Олег, отмажься еще раз, пожалуйста. Он привел в пример классику отечественной музыки, такие группы, как «Воскресенье», «Альфа». Я сделан из такого вещества, где это, где нет припева, поэтому... В общем, как-то так. Ладно, следующий дубль сейчас будет. Готов? Третий. И... Готов? Да. Прошлым новый день.